В Приморье прибыла делегация из города Расон Корейской Народно-Демократической Республики. В программе первого дня было возложение цветов к стеле «Город воинской славы» во Владивостоке представителями дружественного государства и Приморского края. На поезде прибыла делегация особого района Расон из КНДР. Это наши старые добрые партнеры. Мы, вы знаете, сейчас очень широко развиваем отношения с этой страной. С прошлого года, с момента визита руководителя товарища Ким Чен Ына и его переговоров с президентом нашей страны, с губернатором Приморского края. И вот в рамках вот этой работы вчера прибыла к нам большая делегация из РАСОН. Мы продолжим обсуждать весь спектр отношений наших сотрудничества с побратимским регионом в области культуры, туризма, спорта и других сфер. Корейскую делегацию ждет насыщенная деловая программа. Она предполагает проведение встреч и переговоров, направленных на расширение гуманитарного сотрудничества между странами. Программа очень напряженная. У нас пройдет ряд переговоров сегодня по направлениям спорт, туризм, культура. Это очень важные, перспективные направления. Особенно туризм я бы выделил. Расон – это прекрасное место и пользовалось ранее до пандемии большой популярностью поездки туда, в этот регион. Поэтому сегодня мы с особым интересом будем эту тему обсуждать. Приморский край и город Расон делят общую государственную границу и соединены железнодорожным мостом через реку Туманная. Это единственная сухопутная граница между Россией и КНДР. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.